Разбитые школы Углегорска так и не восстановили свою работу. Дети учатся удаленно в Енакиевских учебных заведениях. Съемочная группа «Времени новостей Донбасса» вместе с одним из учеников побывала в стенах полуразрушенного здания. О недетских воспоминаниях 9-летнего мальчика далее в сюжете. 9-летний Арсен свой последний учебный день в родной школе запомнил навсегда. Тут учительница убила, она вот тут сидела, а мы все тут были. Мы сидели, и мы даже не ожидали, что такое будет. Оно лягло где-то тут рядом, и осколком убило. А учительницу звали Людмила Васильевна. Просто жалко ее. Это наш был учитель по английскому языку. Мальчик с горестью рассказывает о пережитом. Артиллерийский обстрел и гибель учительницы прямо на глазах заставили ребенка повзрослеть. На втором этаже наш класс тоже пострадал. Это наша раздевалка была. Проводить занятия здесь теперь опасно. Здание школы сильно повреждено снарядами. А во время обстрелов в учебном заведении укрывались жители близлежащих домов. Просто было страшно. Моя мама пошла сюда проверить дом. Они сидели тут 4 часа, боялись выйти. Бомбили 9-этажку. Потом резко не ожидали, что в наш дом попадет. Мы тут учились. Просто жалко. Хочется, чтобы было все как раньше. В соседней школе-интернате жители Углегорска пытаются восстановить разбитые корпуса. На месте, где совсем недавно был дом для детей, лишенных родительской опеки, остались одни развалины. А в общежитии после попадания снаряда выбило кусок стены. Почти ничего не осталось и от котельной на территории интерната. У входа в спальный корпус торчит неразорвавшаяся мина. Несмотря на серьезные разрушения, сотрудники учреждения надеются, что здание вскоре восстановят. Ведь другого места работы им в городе не найти. Не 100% у нас разрушение. Если нам кто-то поможет в этом разрушении, вы видите, здесь только в этом корпусе поменять пластиковые воды, окна, сделать воду. Столовая у нас там, столовую, конечно, там большая пробоина, там нужно столовую сделать. Вот в этом, если помогли бы нам сделать это... Всего в городе 2 школы и 1 интернат. Ни одно учебное заведение пока не работает. Углегорские школьники учатся удаленно. За заданиями ездят в Енакиево. Там же сдают и контрольные работы. Анастасия Певная, телеканал «Донбасс».